Это первое. Второе. Адрес скажите, пожалуйста, сегодня. Зачем? Они заполнять. Еще можно вопрос? Вопрос еще. Я вчера... Контейнеров будет стоять. Она разделяет сколько на улице? Бункеров. Крупногабаритных. Да. Сколько мест мы заказали? 8, значит 8 большая. Это подождите 8, значит улица, допустим, Крылон. Начальник будет все тут местные. Вот места определяет сельсовет. Моя обязанность установить бункеры. Все. Я готов установить. Со всеми вопросами обращаться в сельсовет. И еще вес какой должен быть? Что туда можно кидать? Еще, пожалуйста, по телефону. Золошлаковые отходы, пищевые отходы, упаковочная тара. Ну, то есть плюс рядом можно поставить какие-то вышедшие из оборота мебель, там диван, там я не знаю, там строительный мусор не входит, потому что строительный мусор вы можете вывести сами его. Что такое строительный мусор? Если это текущий шлак, вот это строительный мусор, все правильно вы говорите, он не относится к нам. Вывозите на полигон своими силами, либо заказывайте, можете, можете у нас заказать, можете у любого другого перевозчика заказать, вывезти. Отдельно, да.